Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Детол, и мы продолжаем играть в Майнкрафт! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым! Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня Bad Wars вместе с нами. Будут играть еще вот эти вот двое друзей. Я надеюсь, что они не нубики. Да, давай посмотрим, что у нас здесь. Айрон сверху, я что-то упал. Так, уже один добывает. Вот здесь вот есть айрона немножко. Две штучки уже схватил. Мы, значит, с тобой на одном респауне будем, да, я тому другу побегу. Ну давай, что? давай. Я уже так, нам нужна тактика, А вы, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться этим видео со своими друзьями. Да, ребят, обязательно поделитесь и напишите, какие режимы вы играете, хотите ли вы поиграть с нами. Мы посмотрим на вашу реакцию и будем уже, конечно же, подстраиваться. Так, блокс. А, вуда не могу сделать, только шерсть. Блин, дерево, надо еще один. Ну давай, давай, добывай. Тут дружок прям так плотно собирается. Я забыл, что один еще нужно. Надо кровать хотя бы закрыть. Хоть чем-нибудь. Согласен. Никто не закрывает? Да, там такие друзья, что... Да, давай. Я, короче, решил на апгрейд запустить, чтобы побольше там железки капало. Давай, я пока кровать заставлю. Пободрее будем. Так, ну что там, пока что к нам никто не ползет. Вроде хотя могут прийти и сверху, и сбоку, и снизу. Бух. Да вообще могут где угодно прийти. Но интересная карта, кстати говоря, мы на такой еще не играли с тобой. Да, не играли. Ой, слушай, так, я что? Так, кстати, не играли никогда, согласен. Здесь как какие-то два уровня, три уровня. Так, у меня 10 блоков осталось. Очень хорошо. Так, а я пока что куплю себе хотя бы... И кирку себе взял. Кирку у меня, теперь у меня есть кирка и меч. Это неплохо. Да, надо взять экипку. И, слушай, мы с тобой ни разу, кстати говоря, не файтились. Мы с тобой постоянно в дефе. Надо бы, может, пофайтиться. Да, было бы неплохо пофайтиться, но я не знаю, насколько у нас это получится, с учетом того, что нашу кроватку могут раскатать. Ну да, кто-то надо, чтобы дефился. Там... Ой, слушай. А может, вон, ребята уже пошли. Да. Я не знаю, зачем они пошли. Надо броньку, во-первых, купить, чтобы хоть... Ну я хочу хоть меч себе хотя бы, чтобы хоть как-то отбиваться. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. А здесь же нельзя переставлять у нас инвентарь. А что я себе купил? Что-то купил себе и даже не понял, что купил. Инвентарь здесь переставляется у нас. А, ну как раз бубен себе купил, короче. Бубен себе купил. И теперь, по-моему, еще что-то можно купить, кроме бубна. Мне кажется... Ноги еще можно. Ноги можно купить. Так, да, хотя бы... Ой, слушай, а мне не хватает. Может, а ты полностью проапгрейдил, чтобы железо капало? Нет, не полностью еще. Так, дружище, давай-ка мне армор и ножки. Отлично, все, у меня ноги есть. И сколько апгрейд у нас следующий идет? 10 айронов нужно. 10 айронов — это изи каточка. Слушай, давай я сделаю, у меня 10 айронов есть. Давай, апгрейд делай, чтобы побольше нам капало. Подожди. Всякого барахлица. А, вот, есть, третий апгрейд есть. Отлично, супер, у нас теперь есть третий апгрейд. И было бы неплохо теперь... Кроватку мы застроили немножко. Да, кроватка застроена. Теперь бы блоки какие-нибудь купить такие. Тут быстро должно прям капать. Друг, ну ты что встал, капаешь железо? Забираешь наше. Ой, очень быстро, кстати говоря. Уже 17 штук у меня. Очень сейчас хорошо, куплю очень, себе, очень. Куплю себе экипировочку. Ребят, давай, напишите, кто где играет в Майн, на каких серверах и какие в приоритете. Вот нам очень нравится Bed Wars и, конечно же, Hide and Seek. Вы видите, они выходят на канале. Очень прикольно. Причем так, на, ну что, на я предлагаю здесь все-таки пойти на центр, да, как-то сходить и посмотреть, что там может у нас получиться. Я там желтеньких вижу. Да. Блин, да там какое-то жесткое палево есть, честно. Да? Ничего себе, слушай, а кто такой построил интересную здесь постройку? Не знаю, кто-то построил. Вдруг высыпал почему-то дерево очень много, а я его забрал. Ой, стекла так много. Воу. Ничего себе. Так, ты взял наших дорогих... Ай! Слушай, у меня два эмеральда взял. Слушай, я два, да, тут тоже взял изумрудика. Но у меня пока здесь так врагов не предвидится. Три изумрудика взял. А вон там в центре кто-то есть, на самом деле. Слушай, тут еще друг высыпал дерево. 62 уже. Блин, я пойду сбегаю вот еще с другими. Здесь я тут вижу красных.
Бегают, я так быстро не застрою, да, слушай. У меня 6 эмеральдов, я побежал обратно. Надеюсь, что у меня получится. Слушай, а что так плохо ставится-то? Ай-яй! Файтимся? Почему? А что так плохо ставится-то? Да кто меня спихнул? Да, это свои... наши спихивают. Давай. Let's go. Главное не шлепнуться, кстати говоря. Желтых уничтожили, да. Желтых уничтожили. Ой. А это кого бьют? А это наш падает. Падун. Падун летун? Ну ладно. У тебя сколько есть. Слушай, за эмеральды можно голды, да, закупить? Чтобы за эмеральды нас... можно купить. А, даймонды. Можно даймонд спорт. 5 эмеральдов. Слушай, а апгрейд какой-нибудь можно? 5 эмеральдов надо, чтобы даймонды были. А, все, сделали. Да, уже. Да, все, я сделал. Красава. Все, у нас 3 даймонда есть. Только есть, голды нету. А, ну теперь надо за даймонды эту. Да. То есть неплохо. Сейчас мы, кстати говоря, за счет этого можем. Да, мы за счет этого, конечно, можем неплохо. Так, апгрейд. Так, все, голду я сделал. Да, теперь у нас все выпадает. Все, что только можно. И теперь за голду... О, можно... бежит синий, срочно сюда! Бегу. Я его пытаюсь скинуть. Я его тоже пытаюсь... На тебе. Побежал к нам. Бежал. Куда ты? Даймондов цепанул. Куда-то убегает. Тихо. Я за ним бегу. Он вокруг нас отвлек. Он нас отвлек. Нашего бахнул. Блин, а чё он такой быстрый? Они скорость проапгрейдили, апнули. Зажимай давай, его с разных сторон. Зажимай его, не подпускай только к кровати. Блин, он какой-то очень... Ещё один подходит. Зеленый подходит. А чё этот синий такой бодрый-то? Они скорость проапгрейдили. А, зеленый-то наш. А вот он бегает среди нас. Воу, слушай. О, кто меня ещё? Меня ещё кто-то дамажит. Еще один синий пришел. Ай, меня бахнули, быстрее. Блин, на респу. Быстрее на респу. Просто жесть. Короче, нас раскатали. Не по сотка, потому что очень бодрые ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кровать тоже? Да, кровать бахнули нам, прикинь. И все. Да, и слушай, мы слились. Это прям какой-то читер был. Там очень быстро. А они скорость просто апнули. Мы-то апали с тобой железо и все остальное прочее, и все. Да, вот так вот, к сожалению, ребята. Сожалению. Так, давай выйдем, да? Да. Давай выйдем. Ну вот, бет 17. Да, давай бет 17. Да. Так, Тиму создаем. Приглашай меня. Давай. Создал. Блин, хорошо, мы шли, только видишь, мы не могли никак его задестроить, а его друг подбежал, ему помогать. Да что-то мы тупанули, мы за ним гонялись просто сразу за ним. А нужно было с двух сторон его как зажать, да и все, и уничтожить. Но он очень бодрый, явно видно, про, ребята, это был про, 100%. Да, хорош. Причем самое интересное, нам нужно скорость тоже апать, чтобы нас никто догнать не мог. Да. А где, кстати, скорость апается? А там же точно так же в апгрейдах. Да, апгрейдс, и здесь team апгрейдс есть. Speed. А мне кажется, мы втроем, кстати говоря. Roll and dice. Сколько speed стоит апгрейд? 5 эмеральдов. 5 эмеральдов, обалдеть. Ну, кстати говоря, это очень ощутимая штука. Не, ну первые 5 эмеральдов обязательно нужно отправить на даймондс, да, чтобы у нас были даймонды. И за даймонды потом покупать золото. То есть это тоже хорошая тема. Согласен, хорошая. Но видишь как. Так, побольше. О, проапгрейдил, красава. Смотри, к нам дружище уже полз. Да ладно. Да, вот уже шел, так что ты мечик бери там. Если ты любишь лего... Подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Да у меня пока 4 только. Все взял. Жесть. Такая ты сады, мечик. Мечик взял. Так, и теперь хоть, знаешь, хоть не теряешь, что где лежит, а то... Ну да, конечно. Прям... Конечно. Ну и, конечно, еще сложности с уроном. Я надеюсь, этот дружище добежит до центра и сейчас что-нибудь хорошенькое хапанет. Давай. Ты застроишь кроватку? Да, сейчас застрою 6 как раз. А я пойду туда в центр и возьму, наверное, эмеральд по-бырому, пока есть возможность. Да, согласен. Блин. Так и надо сделать. Блин, наш дружище побежал в центр, а здесь не достроил. Ну, ставься. Что-то, слушай, иногда... Слушай, зеленый пошел, и он пошел рашить.
К нам? Нет. Блин, здесь два желтых, Толян. А, наш, подожди, мы же тоже опять зеленые, получается. Толян, меня сейчас это шлепнут. Ну ты беги. На бане Хоупе. Ухожу от них. А, он убежал, но он бежит. Ой, он к нам бежит, строится. Желтый к нам строится. Димон, мне помощь нужна! Он один. Ой, наш упал. Блин. Толян, я бегу. Слушай, а я здесь разломал, прикинь. Раскатал демона. Раскатал, красавчик, я достроил. Я красавчик. Слушай, дай я спрячу. Сколько ты взял? Один только. Ну пойду я, короче, по это. Попытаюсь счастье. Ой, подожди, блин, чуть не упал, прикинь. Давай, вы там укройте, пацаны. Перепрыгивать надо. Вы там укройте, потому что главное, чтобы ко мне никто еще не пришел. Здесь хоть бы какой-то. Я с нашим зеленым побежал. Окей. Так, я один тоже взял. Эмеральд, сколько у тебя? У меня один только был. Сейчас дай себе хотя бы ласты куплю. Я два взял. Ласты купил? Два взял, отлично. У нас уже есть как минимум три. Надо еще два, чтобы у нас появились новые. Ой, за мной бегут. На бане Хоупе, на скорости подпрыгивай. Меня скинул, прикинь, догнал меня на баннике и скинул. Желтый и наш раскатались. Ага. Ну даете. В смысле, раскатались? Ну, наш раскатался и еще один раскатался. Ух. А кто это, наш бегает? Да, наш быстро бегает. Так, надо заапгрейдить нам скорость. Скорость заапгрейдить обязательно. Но это эмеральд нужен, Толян. Без эмеральда никак. Блин, да. Так, а что я хотел взять? Я хотел взять какой-нибудь блокик, чтобы у меня были. Так. Пошел наш за этими. Давай, я пошел теперь. Моя очередь пойти. Давай. Но у меня броньки нету. Сейчас закуплю. А что ты закупайся? Там же изи закупается вроде. Да, все изи. Все изи. Шапку. Блин, я другу тут начал... А, их двое. Надо бежать срочно. Где вы? Шапка и ботинки. Ботинки есть. Блин, они здесь прям пасут контору. Блин, у него уже... Даймонд? Да, у него уже алмазные мечи. И, конечно же, он меня с двух ударов просто раскатал. Слушай, ну это... Тимплей. Не, мы не раскатаем их уже 100%. Я боюсь. Мне кажется, да, это прям уже... Давай посмотрим. Наш здесь на базе. Ну да, я знаю. Что ему еще остается делать? А, вас раскатали, да? Нас раскатали, поэтому мы здесь на базе. Сейчас обратно все собираем. Надо десяточку нам собрать. Что-то нас как-то медленно... Давай, я выкину эти... Блин, пятерку только собрал. Этот негодяй все подобрал. Идут к нам. Уже к нам? Да, уже меня чуть не задамажили. Как-то. А он какой-то файт, сейчас файт будет. Во, смотри, он сверху хочет рашить. Толян, че он такой дерзкий? Толян, а куда он спрыгнул? Не знаю, упал что ли? Не знаю. Короче, дружище явно просвалился. Вон, это... прыгнул вниз. Он внизу у нас. Дамажит, он застроился. Он застроился, себя застроил, прикинь, первый раз такое вижу. Так он сейчас кровать будет фигачить там. Давай. Еее, бой! А может, у него эмеральды были? Были, нет? Не знаю. Я хелсов очень много потратил, когда падал в своей постройке. Слушай, я в андерсундук еще положил, кстати говоря, броньку. Блин, какой же... А вон они опять хотят идти нас рашить. Слушай, прикольная тактика, себя застроить и потом к кровати пробраться. Очень классно. Да, неплохо. Очень круто. Они сейчас еще могут еще разочек так сделать, кстати говоря. На изи. Они стопудово так и сделают.
Я так, закрываю. Еще мечик один лежит в эндерсундуке. Да, у меня тоже мечик есть. У меня, видишь, блин, нам эмеральды нужны очень сильно. Нам нужно, чтобы кто-нибудь один за эмеральдами сходил. Давай. Ой, я шляпнулся. Пока. Нам нужно, чтобы кто-то один хотя бы за эмеральдами сгонял. Да, понятное дело, но как в это все организовать? Что, видишь, здесь дефа полно. Да, согласен. Ты один эмеральдик сюда закинул? Да, конечно. Но чтобы его сохранить. Блин, а нам надо хотя бы 5, да? Да. Ну что, ты идешь? Я пока здесь постою. Ну, типа того, пойду сейчас попытаюсь. Смотри, там один. А ребята куда-то наверх забрались вообще. Не знаю, насколько у меня это получится. Давай, давай, я тебя здесь жду. На дефе. А где сейчас меня друг? Раскатает. Да, меня сейчас раскатает, меня. Прыгай, прыгай, беги, беги. Беги, я здесь на дефе. Ай-яй-яй, ты осторожно. А-а-а, раскатал ну, тебя, ну, ничего себе. Ударов меня убивает, ну все, это как бы, это GG, бро, 100%. А ты эмеральдика сцепанул? А? Эмеральдика. Да нет, конечно же, он там тусуется на центре и все. Блин, Team Upgrade Activate, это что такое? Speed? О, Speed активировали. Да ладно. Да ладно. Это наш друган активировал спида? Ну да, походу. Фига себе. А! Толян, желтый, я вижу, вижу. Он скидывает, скидывает. Цапнули его, цапнули. Меня размотали. Я его бахнул. Красав, красав, красав. Слушай, ну спид у нас теперь мощный. На таком спиде, конечно. У меня бронька, кстати, есть для тебя. А, ну, у меня все есть. Спанул? У меня каким-то образом сама появляется бронька, если честно. Я даже ничего не делал. Походу, он еще что-то проапгрейдил. Да ладно, наш сразу. Товарищ. Сразу на броньке? Да. Блин, они идут, и еще грин идет. Грин и желтый, они бегают друг за другом. Грин идет. А, грин это наш. Я думаю, наш прибежал, смотри. Ну слушай, он уже в экипке. Или нет? Или он такой цвет? Да, он. Не, подожди, он, по-моему, себе броньку купил. Желтый сейчас, может, к нам придет. Да нет, я не знаю, сейчас что будет с нами. Ну мы пока держимся, и те держатся. Ой, да, держимся. Да. Слушай, он кровать ломает. Кто, наш? Угу. А, он, слушай, он этим обсидианчиком застроил, прикинь. Пришел, Толян. Где? Да вот прям на кровати скочит. В смысле, уже бахнули? Красавцы, что вы его бахнули. Я думаю, что а надо... А так музыку заиграла, как будто у нас кровать расфигачили? Не-не, кровать жива-жива. Да, я бдю. Бдю этот момент. Ну, ты бежит наш, за ним желтый. Ничего себе, наш неплох, кстати говоря. Наш очень неплох. Хорош, слушай, ничего себе раскатал. Наш раскатал его? Да. Офигеть. Он это сделал. А вот бежит желтый. Раскатали. Е-бой. Побежали на центр, пока мы их раскатали. Думаешь? Ну, конечно. А наш задефит? Ну, я не знаю, надеюсь. Но если что, мы здесь респавнимся и быстренько затаримся. Блин, я по тебе бью. Блин. Вон, дружище. Как надо делать? Говорит, ну бы вы, ребята. О, отлично. Взял, цепанул? Да. А там еще наверху, наверное, где-то есть. Блин, а я не знаю, где они. Я боюсь заходить сюда. Где-то наверху. А здесь ничего нету. У меня два. Ну, один у нас в сундуке есть. Слушай, а что такое один всего с этой эмеральд? Ты побежал уже? Очень долго. Не, я еще никогда не побежал. О, нас... Нас дамажит, оу, бой. Тебя раздамажили? Нет, я бегу. Блин, экипка. Блин, я не успел добежать. Синяя шерсть есть. О, ничего себе, у нас алмазы есть. Да, да ладно. Сейчас раскатают. Там уже ребята у нас на базе. Слушай, а почему я не оделся? Или я оделся? Там оно одевается у нас уже на автоматом каким-то образом. Слушай,
Слушай, что-то, походу, у нас противники не такие топовые. Видимо, да, подожди, а что у нас? А, спид эмеральды. А здесь один даймонд. О, ну у нас один даймонд есть, а чем мы золото не фармим? Не знаю. Ну, теперь будем фармить золото. Хотя броньку себе закупить. Блин, а чё ты к желтым не пришел? Тихо-тихо-тихо, желтки-желтки, отстаньте от меня. Блин, желтый идет нас рашит, Толян, идет. Да ладно. Да-да-да-да-да. Вижу, долбит. А, да ладно, а что, как он меня вальнул-то так сильно? Меня вальнули. И меня вальнули. Ну все, это GG. 100%. А. Мне нечем, у меня нету этого. Все. Бахнул? Да. А, еще один. Да ладно. А нам кровать сломали? Конечно. Блин. GG, бро. Слушай, ничего себе, желтые там застроили своей шерстью кровать, вообще жизнь проломаешь. Согласен. Ну что? Да, ребята, огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Detol, до новых встреч, новых видео. Пока. Пока, ребят.